Обширная исследовательская работа ведется в Атыравской области в рамках программы «Рухани Жангыру». Здесь прошла научно-практическая конференция с участием историков, краеведов, этнографов и археологов. Ученые региона поделились результатами научных изысканий касательно местных памятников истории, сакральных мест и археологических объектов. Часть материалов удалось отыскать в российских архивах. Теперь на руках у специалистов масса новой информации о таких объектах региона, как городище Сарайши, как Тобилаэти и Таскешу. Теперь впереди задача по объединению всей информации в общий труд и представлению ее общественности. Уже скоро мы будем готовы представить общественности много новых фактов и данных, добытых в ходе исследовательской работы. Это очень интересно, хотя бы потому, что только с прошлого года перед нами открылись возможности по использованию архивов с такими объемами информации.